Кубок по летнему многоборью ГТО среди команд войсковых частей силовых структур прошел войска Подмосковья. Нормативы сдавали военнослужащие и сотрудники силовых структур, дислоцируемых в нашем городском округе. Возраст участников соревнований от 18 до 44 лет. Они соревновались в прыжках в длину, в наклоне вперед из положения стоя, беге на короткие и длинные дистанции, рывке гири, стрельбе из пневматического оружия, отжимании. Оценивались сила, выносливость, скорость, гибкость. Гибкость, ловкость. Выполнение нормативов контролировал начальник Центра тестирования ГТО и профессиональный спортсмен Николай Тарычев. Все участники продемонстрировали хорошие результаты. Команды, занявшие с 1 по 3 место по итогам турнира, будут награждены кубками, медалями, дипломами администрации городского округа Щелково.